Если человек не прошел через скорби, испытания, через преодоление трудностей, то он как, говорили святые отцы, как недоваренная пища. А что это такое? Возьми, положи в кастрюлю картошку, лук, морковь, капусту и не довари, или просто не закипит, а останется в теплой воде. Супа не получится. А если, к примеру, подготовить тесто для того, чтобы испечь из него хлеб, но не положить его в печь? Ах, если бы у него был рот, он бы кричал: «Что вы делаете? Почему вы кладете меня в горячую печь? Ведь без этого ты останешься простым тестом. А когда ты поджаришься, ты будешь полезен людям». Вот так и в жизни. Каждый из нас должен проходить испытания, и ничего, что они горячи, непросты и порою трудно переживаемы. Бог видит и знает, как из нас лучше испечь то, что потом будет приятнее и полезнее людям.